Здравствуйте, товарищи. У нас сегодня будет коротенький выпуск совершенно, просто маленькая такая, типа ремарочки. Как известно, мы так до сих пор не запустили воздушный шар. И не завершив дело, мы решили попробовать сделать что-то другое. Сегодня в ходе съемок двух новых сюжетов у нас происходили несчастные случаи, просто необъяснимые какие-то... как этих полтергеи случались с нами. У нас есть подозрение, что неким мистическим образом шар не дает нам идти дальше, поэтому мы все-таки решили довести дело до конца. Какое-то проклятие воздушного шара. Мне кажется, потихонечку надувается. Ну, очень потихонечку. Уже осталось чуть-чуть, и проклятие будет снято. Главное, чтобы дом никому не спалили. А тут сейчас прилетит кому-нибудь на огород. Магия! Я так счастлив. Я думаю, что надо съебывать.